Добрый день. Тема нашего сегодняшнего видеообзора – погружной скважинный насос «Бавленец-2», производство Бавленского электромеханического завода и блок управления двумя насосами «Акваробот Торбипресс B2». Конструкционно данный вибрационный насос объединяет в себе два классических вибрационных насоса в едином корпусе. На выходе мы также имеем два собранных в единый жгут кабеля. Данная компоновка позволяет как попеременно, так и совместно включать верхний и нижний запор воды в насосе и получать на выходе 2 литра кубических воды в час при потребляемой мощности в полкиловатта. Насос комплектуется кабелем до 40 метров. На выходе мы имеем внешнюю резьбу дюймового диаметра. Блок управления акваробот Турбипресс B2 устанавливается непосредственно на гидроаккумулятор и позволяет осуществлять интеллектуальное управление данным насосом либо двумя другими насосами любого производителя. Имеются функции установки порогов давления, включения-выключения насоса, защита при работе в режиме сухого хода и защита от избыточного давления, адаптивная система поддержания давления, стабильная работа при пониженном напряжении электросети. Позволяет сэкономить на отдельном приобретении и установке манометра реле давления, а также позволяет вручную управлять работой двух насосов. По заявленным характеристикам напора и подачи воды, насос Бавленец-2 в два раза превосходит аналогичные по конструкции насосы других производителей. Для монтажа на скважине отдельно приобретаются переходники под необходимый диаметр шланга. Включать насос можно как через систему автоматики, так и напрямую в розетку. Хотя производителям насос рекомендован для перекачки чистой воды, любые вибрационные насосы относятся к незначительному загрязнению гораздо лояльнее, чем насосы центробежного типа. Теперь попробуем проверить данный насос в работе. В данном случае я прикрутил оба насоса на одну вилку, чтобы получить максимальную мощность и включить одновременно два забора. Осуществили крепление насоса. Установили в скважину на метр от поверхности воды. Все работает, и вода замечательно течет.